Раритетный самолет-истребитель будет возвращен на родину. Речь идет о легендарном Як-3, подаренном в 1944 году саратовским колхозником Ферапонтом Головатым летчику Асу Борису Еремину. На нем будущий герой Советского Союза сбил 14 фашистских самолетов. В 1991 году истребитель передали на временную экспозицию в один из музеев Калифорнии. Вернуть легендарную реликвию на историческую родину предложили ветераны авиационного завода. На встрече с губернатором они обсудили транспортировку, реставрацию и дальнейшую судьбу боевого Як-3. Истребитель станет новым музейным экспонатом области. В настоящее время Як-3 находится на границе России и проходит таможню. Истребитель Як-3 находится в Питере, на Балтийской таможне. Проходит процедура, соответственно, таможни, которая займет, ну, по данным УКБ Яковлева, порядка 2-3 недель, потому что оформляются, переоформляются какие-то документы, которые представлены американской стороной, соответственно. После этого его доставят в музей техники Вадима Задорожного на реставрацию в Москву.